Ну, во-первых, я очень горжусь нашим президентом, который вот это вот все провернул. Мы же не знаем, насколько ему было трудно, чем он рисковал, да? Мы видим картинку по телевизору и оцениваем лишь результат. Мы не видим всей подготовительной работы. И я снимаю перед ним шляпу и говорю, что это очень круто. Не столько Крым наш, сколько не пролито ни одной капли крови. Вот это круто.